Всем привет! Недавно видела шортс в Ютубе, как правильно готовить яичницу. Повар готовил в каком-то кафе или ресторане. В общем, нужно отделить белки от желтков или белок от желтка. Сначала выливаем белочек, и сверху добавляем желток. И тогда получается идеальная глазунья. Я делала с помощью вот такой штучки с Фикспрайса. Стоит она там 70 рублей. Сепаратор для яиц. Отделяем белки от желточков. Это особенно, знаете, хорошо, когда вы делаете десерт, он называется меренговый рулет. Вот там нужно, чтобы просто точно, идеально к белкам ничего не попадало. Вот так выглядит этот аппарат. Вот он. Здесь две части, вот так в собранном виде. Я еще не помыла. Переворачиваем. Сюда разбиваем яйцо. И вот сквозь вот эти дырочки сепарирует сюда белочек, а желки остаются вот здесь. Вот таким образом. Очень классная штука. Стоит меньше 100 рублей, по-моему, 70 или 80 в фикс-прайсе. Для тех, кто готовит часто и нужно отделить желтки от белков, очень удобная вещь. Сейчас будет лайфхак от Кристины, как приготовить супер-быстрый суп. Харчо. Ну, как супер-быстрый? Сначала я, конечно, натворила говядины. Это я уже процедила бульончик, и у меня кусочки мяса, я сейчас их еще разделю. Так хорошо отварилась говядинка, что она прям разделилась, косточка, ну мясо прям, как тушенка получается. Я всегда долго варю бульон, могу купить днем, весь день варить, вечер варить, на следующее утро варить. Косточка вся вываривается, все полезные оттуда микроэлементы, аминокислоты и так далее. Плюс еще мясо такое получается прям нежное-нежное. Идем в Чижик, покупаем вот такой супчик. Правда, я делала только гороховый, харчо не пробовала. Сейчас мы с вами попробуем. Надеюсь, что я не запарю и не испорчу суп. Я беру две пачки на большую кастрюлю. Так, у меня бульон уже процежен, сейчас покажу. Я его процедила, плюс еще бульон, видите, получилось мало. Но сейчас я немножко кипяточку сюда добавлю. Соль добавлять не буду, потому что соль есть вот тут. Единственное, что мясо я немножко посолила. Здесь уже есть соль, все приправы, потом, если что, досолим. Добавляем сюда чуть-чуть воды кипяченой. Добавила я сюда мясо, разобрала на части и отправляю в содержимое. Здесь, смотрите, состав весь натуральный. Здесь у нас получается сушеная говядина, специи, рис, кукурузный крахмал, сахар, чеснок, томат, зелень сушеная. Ну и все. Глютен здесь есть единственное. Ароматизатор, лук, рис. Высыпаем сюда супчик. Здесь по рецепту не нужно было говядину добавлять. Это уже добавила я от себя. И сколько нам варить? Здесь 15 минут. Все помешиваем ложечкой. Здесь у меня шум небольшой. Я поставила кабачок жариться. Все, не буду больше бульон добавлять, хватит столько. 10-15 минут, рис сейчас разварится, и все будет готово, супчик. Зашли мы с Гришаней в Фикспрайс. Покажу, что купили. Ну, во-первых, я нашла ту чашку, которую искала, набор. По-моему, он стоит 299 или 349. Такая красота. Я вам сейчас открою, покажу. Я до этого находила в другом фикс-прайсе розовую, с розовым таким оттеночком, но она была с дефектом. Слушайте, мне так нравится. Я, может быть, еще одну даже себе куплю. Вот утром пить кофе. Не только утром. Или чашечку чая. Очень красивая пара, чайная, необычная. Смотрите, как сделано. А, которые я смотрела в другом фикс-прайсе, были с браками. Здесь были сколы, потертости. А здесь... все красиво. Посмотрите, какая красота. Вот такой пары у меня еще не было. Мне кажется, очень достойно смотрится. Красиво. Просто потрясающе. В общем, если чего-то где-то в каком-то фикс-прайсе брак, можно походить, посмотреть по другим. Все зависит от магазина. По-моему, 350 даже рублей стоит. Дальше. Взяли панамку вот такую. Очень жарко у нас. Она, Гриша, маловато, но в целом он сильно, если не натягивать, то пойдет. К дню рождения мы взяли пиньяту. Это вот такой кружочек. По-моему, 150 рублей стоит. Сюда сверху засыпаются угощения. Например, конфеты, сладости, сюрпризы, подарки вот сюда. Потом вообще, как исторически заложено, в этой игре вешается эта игра, подвешивается, имениннику завязываются глаза, и он пытается ее разбить.
Ну, можно не завязывать глаза, тут тоже как хотите. И вот палочка идет в комплекте, она достаточно тяжеленькая, здесь металлическая, сверху бумажками с какими-то. И он должен пробить вот эту пиньяту, разбить, и оттуда высыпется конфета или угощение. Вот такая вот игра. Вот так это выглядит. Завязываются глаза, и надо ее разбить. Наполнить сладостями и так далее. По-моему, она стоила раньше дороже, сейчас цена 150 рублей. Далее. Вот такой набор для уборки. Здесь у нас щетки для сильных загрязнений. Удобно чистить швы плиточные. На полу можно плитку оттирать. И здесь, мне кажется, еще вот это металл, а вот это типа, знаете, как зубная щетка. Посмотрю поближе, но мне кажется, различные поверхности. Решетку, гриль, шампура очищать. В общем, всякие сильные загрязнения, куда рука не достает. Тоже стоит рублей 60, по-моему, или 70. Для уборки еще взяла тряпку для стекол и зеркал из микрофибры 30/40. Цену не помню, но что-то тоже до 100 рублей она стоит. Состав 80 полиэстер, 20 полиамид. И вот эта тряпка за 99 рублей просто шикарная. Она не оставляет следов. Здесь есть даже QR-код с инструкцией. Просто потрясающая тряпка. Вот увидите в фикс-прайсе, прям берите, 100 рублей стоит. Я вам прям рекомендую от всей души. Это вторая тряпка. Одна у нас для дома, вторую взяла для дачи. Потрясающе. И краны полирует, и зеркала моет. Не оставляет никаких ворсинок, никаких следов. Супер штука. Гирлянду с днем рождения. Это Гриша выбрал себе. По-моему, 150 рублей она стоит. Мы такую берем почти каждый год. Большие буквы там получаются. Лента в комплекте, трубочка для надувания шариков. Классная вещь. Мне кажется, самая дешевая, хорошая гирлянда. Самое главное, вот эти буквы не передувайте, чтобы они не лопнули. Бутылочка для соевого соуса, для масла. Вот такая, 270 мл. Пленка пищевая. Средство купила для стирки штор. У меня шторы в зале просто серо-черного цвета. Хочу замочить. Именно вот для штор здесь написано. Гардины, занавесок. Деликатных тканей подходит. Аромат лотоса. Попробуем постирать. Потом с вами постираем и посмотрим, как все. Ну, я думаю, что отстирается. Два кусочка мыла. Тарелочку все-таки взяла. У нас на даче таких, по-моему, две или три. Это коллекция вот какого года? 23-го года. И вот в одном из фикс-прайсов я ее нашла. Год прошел. И решила взять, потому что мне очень они нравятся. Красивые. И для первого, для супчика можно использовать. У нас для дачи, для супа практически нет тарелок. Крем себе взяла активный сжигатель жира. Уменьшает объем, выводит токсины. Кто-то мне писал, что хорошая вещь. Стоит там, по-моему, 70 рублей или 50 рублей. Но вещь хорошая. Вот хочу протестировать, попробовать. Почему бы и нет. Объем здесь 125 мл. Все, все вам показала. Это все, что мы с Гришаней зашли и купили. Там еще был Kinder Box, Kids Box. Гриша его уже съел. На аромат вкусный получился. Сейчас Артем оценит, скажем, да, рекомендуем или не рекомендуем. Барашек? Да он из говядины. Почему из барашка ты решил, что должен быть харчо? Ну, должно, знаю, быть. Должно быть. Ну, ты так придумал. Где-то просто ты ел, ничего там не должно быть. Я не знаю, тогда не надо, наверное, майонез, да? Ну, попробуй, у тебя вон кабачки с майонезом, так попробуй. Mm-hmm. Аромат мне нравится. Пахнет почему-то реально барашком, хотя там даже в пакетике написано, что с говядиной. Так, я не слышу, где... Мы всей семьей собираемся на дачу, погода прекрасная. А мне посылка есть? 36,5 градусов, представляете? А мне есть посылка? Не знаю, Гришу, сейчас посмотрим. Вроде мои посылки пришли. 36,5, серьезно, я хочу вам показать эту цифру. Машина, кстати, стояла не сильно на солнышке. Вот она. 36,5. Почти как температура, когда заболеваете. 36,6 же нормальная температура. В общем, сейчас в бассейн поедем купаться. На соборде покатаемся. Вот такой собор универсальный, мы всей семьей там помещаемся. Как мне нравится ездить летом. Все зеленое. Погодка прекрасная. Все едут кататься на лодочку. Купаться, загорать. Море витамина D. Просто море где-то есть. Но не у нас пока. Приезжаем на один день. У меня вопрос. Когда-нибудь мы будем приезжать с одним пакетиком?
Пока такого ни разу не было с одним пакетиком, мы еще ни разу не приезжали. Всегда у нас куча пакетов, куча вещей. Сейчас Кирюша будет пытаться удержаться на акуле. Надо было чуть это поменьше надуть ее. На ней сложно держаться. Так, смертельный номер. Как приручить акулу? На ней не получается, на ней никак. Я тоже пробовала, на ней не получается никак. Нет, а если ты больше накачаешь, она наоборот, вот поменьше надо. На ней не получается плавать. Она никак не предназначена для этого. Почему? Не знаю. Вот столько здесь у нас живности, пока нас не было на даче. Сейчас, подожди, что ты хочешь? Дай сачок, вот это. Да вон сейчас я его поймаю, давай. Ну, тут есть другие, подожди. Можно, конечно. Сопранкер, а? Мы тут загораем, лежим, а у нас водой поливает. Вы знаете, что за это надо сделать Грише? Мы знаем. Сейчас мы узнаем, что он сделал с Гришей. Два! Два с половиной! Вот так вот, пранкер Гриша. Лежим тут, загораем, подходит нас, поливает из шапки. Ой, у меня плечики начинают подгорать. Я Гриша маечку специально надела, а то у него плечи начнут подгорать. Пусть лучше защищается от солнца. Нет! 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 Не всех! Меня не надо поливать! Поливать! Нетушки, нетушки! Пошел, пошел, смотри. Папа, давай обратно его. Монстрик выбирается наружу. Я тебе не разрешаю отдать свою шапку. Вода, вода, вода полилась. Вода. Так. А в беседке нельзя поливать. Беседка – это домик. Там нельзя. Все. А я тебе, мам. Ну все. Вот так, да, растряслась. Буль-буль-буль-буль. И ты меня не поливаешь. Вот так вот. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Все. Вы знаете, где мы вообще? Гриша, иди. Держись за меня, Гриш. Дай руку мне, руку дай. Все, плыл, Катя. Держись, за меня или за папу? Вот так держись. Держись. Мы вот где. Попробую повернуть, у меня просто телефон привязан. Я вообще не знаю, слышно меня или нет. Привязан к на шее, у меня висит в чехле. Сейчас попробую Артему показать. Вот он. Мы на Волге. Вон там камыши. Вон там Кирилл в шапке не мочит уши. Вот у меня надет уже. А вот тут Гриша у нас. Гриш, помаши всем привет. Гриш. Всем привет. Там собаки лают. Время вечер. Тут такая водичка теплая. Куда нам надо пройти? Мы смотрим, где здесь аист. Смотрим, есть ли они тут. Тут же нет нигде проездов. Нас никто не выскочит вот здесь. Нет протока никакого, Тём? Слева, слева, видишь? Вот это проток? Слева, Костя. А, право, лево. Ну вот, лево. Где здесь проток? Северо-запад. Ну где здесь проток? Вот это проток. Вот он. Отсюда могут выскочить. Да, вот, точно. Ну там, тут не выскакивают. Все, в принципе, так потихонечку тормозят. И проток аккуратно проходит. Не хотелось бы проверять. Водичка какая. У меня же лицо сгорит. На катерочках все гоняют. Смотрите, что тут прям вообще это тепленько. Мне чем дальше мы отплываем, тем теплее вообще. Наш Титаник. Не надо, Кирилл, а то мы утопимся. Смотрите, не утопимся. Не утопитесь. Утопнуться. А потом кто-то есть в этих кустах. Да, там птички живут, ты знаешь, там цапельки. О, я понял.
Там целое животное. Там целое животное, фауна. Нет, а Кирюше надо дать весло, он попробует весло. Мы развернемся немножко и... Весло. Пришвартуемся боком. Давай. Там, смотри, сколько пластика. Там рыба мертвая. Видели? Где ты нашел там рыбу? Вон, там кости. Ой, попробуешь веслом достать? Давай, доставай. А вот палкой вот доставай, Кирюш, палкой. Смотрите, а для чего эти зеленые водоросли? Доставай палочкой. Пап, давай, давай, мы хотим это, мусор отсюда собрать. Мам, для чего тут все водоросли? Чем мы занимаемся? Пап, веслом достанешь этот? Упаковку. Сделаем мир чуть-чуть чище. Конечно. Мы не можем, нас уносит отсюда. Наш план провалился. У нас никогда ничего не проваливается. Кирилл, здесь не надо падать, здесь очень водорослевые водоросли. Все, пап, дотягивайся. Все, одну бери и достаточно. Все. Так. Правда? А что за монетки? Ты хотя бы монетки-то расскажешь? Откуда у тебя столько монеток? Это я таких моих монет тоже не видел. Это очень давно. Это прям хорошие монетки. 10 копеек. Если он выиграет. Да. Это вот, золото, можно найдет. Сказать. Вот. Вот. Ну давайте, Кирюша вот достает, эти, да, бочонки? Все найдет? Бочата, да. Бочата. Весь куш давай. Его получается, 10. Да? Так, 10. Да. У меня есть 10, что мне надо делать? И у меня тоже есть 10. Спасибо. Надо тогда положить. Нет, да. Надо вот эти штуки накрывать. Вот, 10. Все, у меня 10. Гриша, а у тебя есть 10? Проверь. У тебя нет 10. 10 у тебя есть? 81. Так. У меня нет 81. Стоп, стоп, стоп. У меня есть. А у Кирюшки нет. Да я вот этим. А куда бочонки ты складываешь? Бумажки можно накрывать? А куда ты складываешь? Да, и бочонки у меня. Ага. 31. Нету. Есть. Гриш, у тебя есть 31, ты что молчишь? А где мешок такой? Он играть не хочет. Гриш, ну вон Кирилл достает. 31. 31. Вот, 31 что? Тебе говорят. У тебя есть 31? Ищи цифру 3. А? Вот смотри. До 10. 10, 20, 30. До 20. Вот у меня тут. Вот, на. Накрывай. Так, следующая цифра. 30. У меня тут. У меня нету. Да не трогай. У меня тоже тут есть. Вот бумажечку, значит, вот, Гриш. Бери смотри, бумажечку. Да не надо ничего делать. Гриш, вот картоночки лежат, бери, пожалуйста. Потом ты будешь доставать. Подожди, он закроет цифру 30. Так. 37. 37. У меня нету. У меня нету. А у тебя, Гриш, 37. Где у тебя все 30, 30, 30? Тоже ищи. Нет, да? Гриш, ищи еще, смотри внимательно. Самую верхнюю карточку. 37. Сейчас спать пойду. Вот у меня тут. Да, закрывай. Накрывай, значит, тогда, раз у тебя есть. 63. 63. У меня вообще сегодня не везет, у меня ничего нет. У меня я сразу проиграла. Это 65. У тебя есть 63. Другая цифра. 63. 63. Посмотри. Ничего не видит, а? Криш. 50. 60. Ищи 63. Вот здесь шестерочки у тебя идут. Вот смотри. Ищи 63. В этом идут. Есть 63 у тебя? А? Ну думай, думай. 63 ой, есть? 63. Закрывай. Накрывай быстрее. Тогда картоночку бери. Двадцать два. У меня есть. Что у нас за это? За сегодня, как он называется-то этот? Раздавальщик, а? Нет. Все мимо меня. Угу. Румяный раздавальщик. Пять. Сколько? Пять. Есть да, конечно же, нет. Я вообще не участвую в вашей игре. Есть. У меня ничего нет. Опа. Если тут надо везде поставить... То я выиграю. О, наконец-то. У меня есть 24. 24 у тебя, Гриш, есть? Смотри внимательно, быстрее. Давай, Кирюш, следующую, пока Гриш смотрит. 83. Нету 24. 83. Есть 83? У меня 2. Гриша, у тебя? У меня тут есть. Накладывай, бери. Складывай быстрее, давай.
Закрывай. Тоже есть. Так. Закрывай. 8-3. 20. 20. Угу. У меня нету. Есть такое дело. Кирюшки одна, 20-ка. У Кирюш там бочонков сразу. Кто играет сейчас? Чей ход? Гриша, банан. Банан и банан. Видишь? О, засада. Есть у тебя два банана? Один банан есть, любой банан клади. Один. Просто банан есть? Хоть один. Да, есть! Банан груша! Багруша! Что за груша? Так. А у меня груши нет, значит, мне что-то приходится делать вот так. Ну что ты делаешь? Зачем ты кидаешь? Поехали, да? Бандеры! Вишня, груша. Бандеры. Кирюша ходит. Кирилл, ходи. Гриша. Или Кирилл? Чтобы вы научились кидают, апельсин, смотри. Апельсин и вишня, смотри, Гриш. Есть у тебя апельсин или вишня? Есть. У меня есть вишня, есть. Давай. Вишня вон там. Вишня здесь. Яблочко. Яблочко, у меня апельсин. Есть яблочко. Папе на очередь. Яблочко. И слива. А, яблочко. Яблоко и груша. Так, я, да? Теперь клубничка. Я. Нет, я, клубника. Опа. У меня нет клубники. У меня нет банана. Банан и клубничку, говоришь, смотри. Есть у тебя? Нету. Нету, клубника. Вообще ничего нету. Клубника, посмотри, у него, нету, правда, только... нет? Клубника, банан нету? Нету. Слива, груша. Тогда пропускаешь. А у нас самый первый, можно еще пойти с апельсина. Мы же ставили сюда. Это правда, самый первый был. Правда, да. Есть? Самый первый. А у тебя есть апельсин? Апельсин у меня нету. Нету. С чего тогда ты ходи? Значит, получается клубника, банан. Угу. Коктейль клубника, банан. Вот так. Да. Яблочко. Яблочко, вишня. Пожалуйста. Так. Апельсин, клубника, Кирюш. Тут должно быть. Давай. Яблоко. Нет. Есть? Нету? Кирюш, апельсин, клубника есть? Апельсин, клубника. Нет, у меня. Ого, пап, тогда ты. Вот апельсин, либо клубничка, либо апельсин. Апельсин. Нет, есть у него, давай ты теперь. У меня нету. А можно сюда грушу? Нет, нельзя. Ура, спасибо, папа, тебе. Опа, и я вот сам. Все? Да. Груша. А подожди, сейчас Кирюша ходит. А Кирюш теперь ходит. У тебя вообще с апельсина, а не с яблока. Не жульничай. А что ты? Да нечем. Папа ходит сейчас. У меня есть апельсин. Только Кирюшка ходит. Апельсин, вишня. Кирюша ходит теперь. Кирюнзель ходит. А вот у тебя же есть. А все, у них цуцванг, они не могут пойти. Да? Ничем, да. Чтобы вы понимали, время уже почти 10 часов, а вода... Если сказать парное молоко, это вообще ничего не сказать. Она такая теплая. Вот как что? Гриш, какая, насколько теплая вода от 1 до 10? Слишком. Горячая водичка. Как дома, вы наливаете? Вот это сейчас стало остывать. Ванну теплую дома наливаете? А утро опять будет теплая. После холодной воды. Давайте выползать потихонечку уже. И на уши себе не льем. Артем здесь готовит ужин. Такие две грустные колбаски у нас в морозилке оставались. Две колбаски из гуся. Утиные. Утиные? Артем, они тут горят. Я немножко тут похаянчу. Вообще, кто спрашивал, с гусиной, с утиной печенью, что ли, они были? Кто спрашивал, такие интересные, остренькие, на любителя. Артему понравились. Пряные, и мне понравились. Да, они прям такие прям интересные, да. Детям они, кто острый не любит, не пойдут. Она прям очень понравились. Хорошенькие. Сегодня ужин от Артема. Сейчас побрызгаемся от комаров. Покажу вам штучку от комаров хорошую. Мне кажется, я вам уже 100 раз ее показывала. Вот она. Мы в Чижике покупали, на Wildberries заказывали. Она есть и в Оби, и в Магнит Косметике, много где.